Думаешь, бизнес – это не для тебя? Слишком сложно? Скажи «стоп» своим сомнениям. Пора действовать. Как открыть собственное дело? Где получить информацию и финансовую поддержку? Практические советы в различных сферах бизнеса. Наши герои добились успеха с нуля, а значит, и тебе это под силу. Составь свой бизнес-план вместе с нашей программой. «Жизнь во время путешествия – мечта в чистом виде», говорила писательница Агата Кристи. С ней сложно не согласиться. Путешествия вдохновляют и дарят массу ярких эмоций. Именно поэтому сфера туризма и является столь популярной на протяжении многих лет. Туристический бизнес в центре нашего внимания сегодня. О нюансах открытия и работы турфирмы расскажет предприниматель Дмитрий Коровкин. Ну, вот есть неплохой отель на Крите. 5 звезд, все включено. Меня зовут Дмитрий Коровкин. Я директор туристического агентства в городе Гомель. Я с детства увлекался путешествиями. Это походы с палатками, какие-то детские лагеря родители отправляли. Первый раз за границу я попал лет в 11-12. Это была Бельгия с детской группой на отдых. Образование у меня не связано с туризмом. По образованию я инженер. Но всегда меня тянуло в сферу туризма, в сферу путешествий. Я работал в продажах в частной фирме. И в какой-то момент мне нужна была путевка на отдых. Обратившись в несколько агентств, мне не смогли подобрать то, что мне нужно было на тот момент. И подбором тура я решил заняться самостоятельно. А так как я люблю путешествовать и умею продавать, то с компаньоном мы решили открыть свой бизнес. Агентству уже скоро будет 2 года. Все сотрудники у нас с профильным образованием. Мы конкретно ставили такую задачу перед агентством по подбору персонала. В агентстве работают 3 офис-менеджера, бухгалтер, юрист и маркетолог. Наше агентство работает без выходных, 7 дней в неделю, по возможности на телефоне 24 часа в сутки, потому что туристы отдыхают в разных часовых поясах, и разница во времени, может случиться разная ситуация. Мы всегда на связи. В первую очередь это отношение к клиенту, общение с клиентом. Туристов мы всегда ведем от момента бронирования до момента возвращения в страну. Обязательно нужно путешествовать и много путешествовать. Сегодня одна страна, завтра другая страна. Все люди разные, все туристы разные. Кто-то конкретно знает, куда ему надо. С кого-то нужно вытаскивать информацию, чтобы понять, что предложить. И ты должен знать продукт, который ты предлагаешь, знать направление, знать все нюансы. Все наши сотрудники для того, чтобы знать свой продукт, ездят в информационные туры, предоставляемые туры операторами. Изучают отели, курорты, культуру страны, чтобы конкретно клиенту уже рассказать, показать. Иногда не совпадает информация, которую предоставляет ательер с реальной информацией. Делаются и самостоятельные фотографии, какие-то записи, общение с менеджерами, с руководителями отелей. На пару минут оставим турфирму для знакомства с альтернативными вариантами туристического бизнеса. Прямо сейчас топ-5 актуальных идей в сфере туризма. Пункт номер 1. Пешеходные экскурсии. Пожалуй, в каждом городе есть интересные места, достойные того, чтобы о них узнали туристы. А чтобы привлечь клиентов, в ход экскурсии можно добавить мини-квесты, тематические спектакли, угощение местной продукции или раздачу сувениров. Второе место в топе занимают велотуры. Их организация предполагает прокладку маршрута с посещением интересных мест и различные развлекательные мероприятия. При этом можно разбить путешествие на дополнительные категории – велотуры для девушек, для родителей с детьми и так далее. Третья позиция списка – проведение походов. Это вариант для любителей природы и активного отдыха. Туристам предлагается много ходить, фотографировать и наслаждаться пейзажами. В программу походов можно включить сплавы по рекам, охоту и рыбалку, курсы выживания или поиск клада. На четвертое место ставим кукурузные лабиринты. Это популярное в Европе и Америке развлечение, пока абсолютная новинка для наших территорий. На кукурузных полях прокладываются сети ходов и составляются квесты для прохождения веселыми компаниями, семьями и рабочими коллективами.
Пятое место – полеты на воздушном шаре. Клиенты на такую услугу найдутся всегда, ведь ощущение свободного полета дает человеку возможность забыть повседневную суету и получить незабываемые эмоции на долгие годы. Кроме того, воздушный шар можно использовать и для размещения рекламных баннеров. Колокольчик из Германии, с блошинного рынка, из Греции, остров Крит, колокольчик из Лондона. Для некоторых агентств достаточно поставить стол и стул, и этого будет достаточно для работы, но у нас совсем другая концепция. Для нас было важно выбрать место, где находится офис, сделать совсем отличный от других интерьер, сделать его ярким, интересным, чтобы люди заходили и отдых начинался с офиса. Исходя из квадратуры помещения, общались с дизайнером и рассматривали разные идеи. Не хотелось просто поставить стулья и столы, компьютеры. Что-то мы делали своими руками, люстра. Дерево было найдено просто в лесу. Все необходимые провода, лампочки были куплены в обычном строительном магазине. И с помощью дизайнера мы это привели в жизнь. Еще велосипед, найденный в гараже, по совету дизайнера, был сделан как стол. Самая эффективная реклама – это сарафанное радио. Окупаемость такого бизнеса, все это индивидуально. Здесь все зависит от того, как ты работаешь. Директор турфирмы не отдыхает, директор турфирмы работает. Отпуска как такового нет, потому что если это какой-то отель, то ты просишь guest relation в отеле показать тебе номера. Все равно это какое-то общение с представителями отеля. Это уже ты не просто ходишь там на завтрак и берешь все, что ты хочешь, а ты запоминаешь, что было на завтраке, на обеде и на ужине, как часто тебе поменяли постель, какая территория, зеленая она, не зеленая, какого цвета вода, синяя она, голубая, бирюзовая. Все эти вопросы задают туристы, и ты должен знать на них ответ. Самая лучшая награда в этой сфере – это когда туристы приезжают, им звонишь, и они в восторге, говорят тебе спасибо о том, что им все понравилось, без вопросов, и что мы обратимся еще раз к вам. Хорошо отдохнуть можно и не выезжая за пределы страны. Популярность этого мнения растет, а вместе с тем и количество агроусадеб. Еще совсем недавно агротуризм в Беларуси был, по сути, экспериментальным видом деятельности. Сегодня же это, бесспорно, один из успешных вариантов бизнеса. Как открыть агроусадьбу, узнаем из рубрики «Бизнес-блокнот». С 18 лет я в бизнесе, пробую, ищу себя. Сейчас намного легче. Сейчас у вас поле информации очень большое. Если ты что-то не умеешь, этому очень легко научиться. Предпринимательский стаж Натальи Давидович около 20 лет. За это время она опробовала не один вид бизнеса. И если что-то не удавалось, не боялась браться за новую сферу и начинать с нуля. Так, 3 года назад в жизнь семьи Давидович вошел агротуризм. Все началось с того, что мы приобрели небольшой участок, как небольшой, 25 соток, земли за городом. Мы хотели всегда за городом жить. Начали строительство. Строительство у нас длилось 4 года. По окончанию начали в нем жить и приглашали друзей. Проводили хорошо время. Всем гостям нравилось. Мы решили что-то попробовать для людей сделать. Уютный современный дом, баня, бассейн, мангал, шатер для праздников. И все это вдали от городской суеты. Свою агроусадьбу Давидовичи создавали самостоятельно, в прямом смысле своими руками. Начиная от постройки, заканчивая ландшафтным дизайном и оформлением интерьера. Однако сегодня, чтобы привлечь клиента, считает Наталья Давидович, классического загородного отдыха недостаточно. Поэтому в своей агроусадьбе хозяйка организует различные мероприятия. Это и резиденция Деда Мороза, и квесты, и разнообразные тематические вечеринки. Мой совет – придумайте какую-то интересную фишечку. Так как вы уже сейчас, если будете входить в этот бизнес, агроусадьбы уже немало, надо заходить уже с какой-то интересной
своей струей, искать тот отдых, которым не хватает. Еще раз скажу всем молодежи, наверное, которые планируют какой-либо бизнес вообще, не касательно даже агроусадьбы, да, Google, YouTube вам в помощь. Очень много информации, тренингов различных, да, высокого класса специалистов, где вы можете спокойно брать и учиться. И не думайте, что они начали с чего-то большого. Они как раз начали с нуля. Это стопроцентная мной проверенная информация. Можно начать бизнес с нуля. Итак, если вы вдохновились примером Натальи Давидович и решили заняться агроэкобизнесом, то следующая информация для вас. Первое. Необходимо осуществить выплату, сбор за осуществление данной деятельности в размере одной базовой величины. Второе. Необходимо написать письменное уведомление в адрес районного исполнительного комитета с указанием даты начала осуществления данной деятельности по форме, установленной Министерством спорта и туризма Республики Беларусь. Районный исполнительный комитет в течение 5 рабочих дней направляет данное уведомление, копию его, в налоговый орган по месту нахождения агроусадьбы. С этого момента деятельность считается открытой. Важно! Деятельность субъектов агроэкотуризма не является предпринимательской. Все правила и нормы, установленные субъектом агроэкотуризма, оговорены в указе президента Республики Беларусь номер 365. С момента появления идеи открытия своего бизнеса до реализации его прошел год. Год мы к этому шли, посещали выставки, общались с конкретными людьми, которые работают в этой сфере, черпали какую-то информацию из интернета. У нас не было никаких сложных каких-то преград. На нашем пути все оказалось намного проще, чем можно было подумать. Самый главный мотиватор и совет – это идти к своей цели. Если вы хотите чего-то добиться, хотите открыть конкретно свое дело и заниматься любимым делом, то все препятствия можно преодолеть. Мы начинали с нуля. У нас был небольшой какой-то капитал, который был собран, и мы его вложили, не зная, пойдут туристы, не пойдут туристы. Мы рискнули. Это, ну, был риск на все сбережения, которые у нас были. Спустя 2 года ни капли я не жалею ни о чем. Для того, чтобы открыть турфирму, необходимо, первое, это выбор помещения, второе, выбор формы собственности, третье, регистрация юридического лица, и четвертое, это заключение договоров с туроператорами. И, как видите, сложного в этом ничего нет. Еще столетия назад французский писатель Жюль Ренар сказал: «Человек, которому повезло, это человек, который сделал то, что другие только собирались делать. Помните об этом и действуйте прямо сейчас». С вами была программа «Бизнес-план». До встречи в следующих выпусках.